Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать очередное приобретение одним из наших клиентов. Это 2016 год, Chevrolet Malibu. Наш клиент самостоятельно выбрал этот автомобиль на страховом аукционе. Мы ему помогли его приобрести, доставили на нашу базу, и в дальнейшем этот автомобиль будет у нас отправляться из США в страну Беларусь, в город Гродно. Автомобиль в основном имеет передние повреждения. С виду они как бы незначительные, но я все-таки покажу вот такие вот все моменты. Сразу же покажу вот лонжерон, он сместился, как мы видим, отбойником его сместило. Основной удар пришелся в передний вот этот рефорсмент, отбойник. И он сразу же потянул радиаторы внутрь. Их там три радиатора, фены, как мы видим. Сразу же покажу защиту подмоторная, вот эта пластмассовая часть, она поломанная, она не годится. Капот у автомобиля целый, замок тоже целый, все открывается. Заглянем вовнутрь, вот как мы видим, фены, они сместились к мотору, с виду они целые. Батарея не родная, автомобиль пришел без батареи, мы уже подобрали временную батарею, чтобы завести, протестировать. Фара у автомобиля с виду она полностью цела, но она имеет такой дефект, это обломано одно ушко, если мы видим, оно обломано, но я думаю, они уже там спаяют это ушко и не будут, наверное, менять фару. Тут сразу же скажу, около турбины идет патрубок с воздухом, и он пробитый, и турбина сосет воздух, получается, и автомобиль теряет мощь, когда мы его заводим. Лонжерон тоже водительский, как мы видим, видите, его тоже вырвало чуть-чуть. Вот так вот выглядит. Сама вот верхняя планочка, она целая. С ней ничего не произошло. Бачок омывателя тоже полностью целый. Все коннекторы присутствуют тут. Подкрыльничек целый, но с такими минимальными дефектами. Крыло водительское, оно целое, но имеет царапины. Отсутствие переднего бампера, его вообще нету. Фару я увидел в багажнике, но она полностью поломана. Пассажир, с пассажира стороны фара. Она есть, но она поломана. Диск у автомобиля хороший, резина старая. Но протектор у нее имеется, но она, как мы видим, старая резина. По дверям автомобиль полностью целый, но имеет минимальные сколы и царапины. Сразу же загляну вовнутрь, безопасность у автомобиля полностью целая. Безопасность целая, салон обычный, не кожаный. Вот так вот выглядит сиденье. Все вот так вот простенько. Имеется люк, такой вот как двойной получается. Присутствует болт в шине, диск, вот так вот он покорябан. По задней части автомобиль у нас полностью целый, только бампер имеет вот такую вот трещину, как мы видим. Фонари целые, но один фонарь, я вижу, он с дефектом, в него попадает вода, он вот так вот мутнеет, как мы видим. Присутствовал диск в автомобиле, он целый. Резина у него аналогичная, видимо, где-то спускает шина, ее сняли и поставили уже докатку. Вот. Заглянем в багажник, посмотрим, что там у нас есть. Вот. Особо тут ничего такого нету, поломана вот фара, выглядит она вот так вся, ушко целое, проводка есть. В общем-то, фара, она как бы и целая. Отсутствие одного ушка, получается, стекло, оно само целое, но чуть покорябанное. Ну, фара выглядит как-то так.
стекло целое, а отсутствие у этой фары одного ушка получается, и крышки, которая закрывает все эти прибамбасы. Крыло у нас подкрыльничек. Кусок подкрыльничка пластмассового. Разве с этой машины? Не знаю, мне кажется, не с этой машины. Больше тут ничего такого нету. Тут все пусто. Чуть-чуть лед присутствует, вижу. Как-то вода накапала. Тут разобрано, но тут обрезанные провода. Видимо, стояла тут система музыкальная. Сабвуферы. Это вот так все сняли. И оставили только вот оригинальные вещи. Камера присутствует. С водительской стороны двери все хорошие, но имеются, я как вижу, множество царапин и вот таких вот минимальных скол. Если мы видим, вот все это присутствует. Передний диск, он с виду целый, как я вижу, но имеет множество таких вот скол, притертостей, и шина спущена. Видимо, где-то у нее порез, наверное. Тоже вижу шуруп. Из-за этого, наверное, шина испучена. Можно ее заклеить, думаю, подкачать. Все будет хорошо. Обшивки у автомобиля выглядят вот так вот. Грязные. Так что с пробегом. Табло загорело, все работает. Все отлично. Chevrolet, Malink. Так, ключ выглядит вот так. Какой-то он страшный. Заведем, посмотрим. Сразу же вот покажу дефект, как это можно было вырвать кусок руля. Не знаю. Посмотрите, как все это вырвано. Что ж они там кусали его, грызли тут. Звери, короче. Автомобиль завелся. Как мы видим. Конечно же, check engine у нас. Автомобиль 22 тысячи майлов. Очень маленький пробег, но все работает. Радио у нас. Все, эта музыка, не знаю, будет работать, не будет. Да, аудио у нас не работают, колоночки. Музыка не работает. Как я и сказал, отключили они свою систему и оставили уже оригинальную, но не подключили. Вот как-то все вот так тут все выглядит. Посмотрим, задняя камера работает или нет. Да, задняя камера у нас работает без проблем. Тут все отлично с этим. Заглушу я уже автомобиль, не буду его мучить. И думаю, на этом все. Это был видеообзор на 2016 год Chevrolet Malibu. Всем пока.